Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись веки сем и смешались с помыслами вещественными и земными. Но как приступивший заповедь Адам принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившийся от него и весь род Адамов по преемству стали причастниками этой закваски, а при постепенном приспеянии и возрастании до того уже умножились в людях греховные страсти, что простерлись до прелюбодеяния, непотребств, идолослужений, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороками. Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога. Стали же поклоняться неодушевленным камням, вовсе не могли даже составить себе понятие о Боге. До такой степени закваска зловредных страстей заквасила род ветхого Адама. После того, как человек уклонился от заповеди и подвергся осуждению гнева, грех взял его в свое подданство и сам, как некая бездна горечи и тонкая и глубокая, вошедший внутрь, овладел пажитями души до глубочайших ее тайников. Таким образом и душу, и примешавшийся к ней грех уподобляем великому древу, у которого много ветвей, а корни — в земных глубинах. Так и вошедший в душу грех овладел ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение, с младенчества в каждом возрастает, воспитывается и учит его худому. Лазарь, которого воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, так что никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, приевшего в душу свое великое зловоние и наполнившегося чернотой и тьмой. Но ты, когда слышишь об Адаме, об изъязвленном разбойниками и о Лазаре, не дозволяй как бы по горам блуждать уму твоему, но заключись внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму. Все мы, сыны этого омраченного рода, все причастны того же зловония. Какой немощью пострадал Адам, той же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени. Ибо такая же немощь, как говорит Исаия, постигла и нас, ни струп, ни язва, ни рана палящаяся, несть пластыря приложите, ни же елея, ни же обязание сотворите. Такой неисцелимой язвой уязвлены мы. Как в Египте в продолжении трехдневной тьмы сын не видел отца, брат брата, друг искреннего друга, потому что покрывала их тьма, так и после того, как Адам приступил заповедь, не спал из прежней славы и подчинился духу мира, и покрывало тьмы снизошло на душу его, от него и до последнего Адама Господа не видел человек истинного небесного Отца, благосердой и доброй матери благодати Духа, сладчайшего и вожделенного брата Господа, друзей и искренних своих святых ангелов, с которыми некогда радостно ликовал и праздновал. И не только до последнего Адама, даже и ныне, для кого не воссияло солнце правды, Христос, у кого не отверзлись душевные очи, просвещенные истинным светом, все те, покрыты той же тьмой греха, имеют в себе то же действие сластолюбия, подлежат тому же наказанию, и нет у них очей, которыми могли бы видеть Отца. Осязательнейшее следствие падения — всюду в мире царствующее смятение. Чада века этого уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли этой, и просеиваются среди непостоянных помыслов мира сего, при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души, и решетом, то есть земными делами, просеивает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными,
обольстительными и метущимися помыслами всех сынов века сего, просеивает и приводит он в столкновение в решете земли. Как пшеница в решете, у просеивающего бьется и взбрасываемый непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет предаваться суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу. Аз же молихся Отцу моему, да не оскудеет вера ваша. Ибо это слово и определение, изреченное Создателем Каину, явно «стеняй, трясися, в тревоге будешь и на земле», служит в тайне образом и подобием для всех грешников, потому что род Адамов, приступив заповедь и сделавшись грешным, принял на себя в тайне это подобие. Люди приводятся в колебания непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями, многообразными всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога, и, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. И Господь, показывая, что последующие обольщением и хотением лукавого носят на себе подобие Каинова лукавства, и, обличая их, сказал: «Вы похоти отца вашего хочете творите. Он человекоубийца бе из кони, его истине не стоит. Посему весь грешный род Адамов втайне несет на себе это осуждение, стеная и трясясь, будете тревожимы в решете земли, сеющим вас сатаною. Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страстная порча проникла во весь грешный род человеческий, и князь злобы один в состоянии сеять всех непостоянными, вещественными, суетными мятежами и помыслами. И как один ветер может приводить в колебания и движения все растения и семена, и как одна ночная тьма простирается над целой вселенной, так князь лукавства, будучи некой мысленной тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями, уловляя человеческие сердца, тьмой неведения, ослепления и забвения наполняет всякую душу, нерожденную свыше, и мыслью, и умом, не переселившуюся в иной век, по сказанному, наше житие на небесех есть. Все испытывали это, но никто не знал, что это за зло и откуда оно, почитая такое состояние естественным. Видимый мир от царей и до нищих, весь в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто из них не знает тому причины, то есть этого явного зла, происшедшего вследствие Адамова преступления, этого жала смерти, потому что пришедший грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял всякое зло. Он тайно действует на внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делает сие побуждаемые чуждой некой силой, напротив того, думают, что это естественно, и что делают сие по собственному своему рассуждению. Но в самом уме, имеющие мир Христов и озарение Христово, знают, откуда воздвигается все это. Сколько появилось царей из Адамова рода, которые овладевали всею землею, и много думали о царском своем владычестве, и ни один при таком довольстве не мог познать того повреждения, какое преступлением первого человека произведено в душе
и омрачил ее? Почему не познает она происшедшие в ней перемены? А именно, что ум теперь за падение свое облечен стыдом, и по ослеплению очей своих сердечных не видит той славы, какую до преступления видел отец наш Адам. Толкование на Евангелие от Матфея. Стихи 9-10. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Приготовляет их к самому строгому образу жизни, поэтому запрещает им всякое попечение об излишестве и всякую заботу, не позволяет носить даже жезла. Это верх нестяжания. И сильное побуждение верить учителю нестяжания. Потом, чтобы не сказали, чем будем питаться, говорит, ибо трудящийся достоин пропитания. То есть будете питаться от учеников своих. Они обязаны доставлять вам это, как делателям. Впрочем, достоин сказал пропитание, то есть пищи, а не роскошного стола. Ибо учителям не должно насыщаться, как тельцам упитанным, а есть только, сколько нужно для поддержания жизни. Стих 11. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Не ко всем велит входить, чтобы, сообщаясь с недостойными, не навлекли на себя нарекания. Если же станут ходить к одним достойным, то, конечно, будут и пропитываемы ими. Далее повелевает «оставайтесь, а не бродите из дома в дом, чтобы не стали говорить о них, как о чревоугодниках, и чтобы не подвергли оскорблению тех, которые примут их в первый раз». Стихи 12-13. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Под приветствием и миром разумей благословение, которое обыкновенно остается на одних достойных. Познай же отсюда, что главным образом дела наши доставляют нам благословение. Стихи 14-15. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Они должны были по воле его отрисать пыль, в знак того, что там ничего не взяли по причине неверия людей, или же во свидетельство того, что они совершили дальний путь и между тем без пользы для них. Посему содомлянам отраднее будет, нежели сим неверующим, ибо содомляне, быв наказаны еще здесь, там наказаны будут уже гораздо легче». И ежели ты хочешь знать, как это было тяжко, суди по-настоящему. Если некоторые даже теперь, при несомненном ожидании царствия, при чаянии воскресения и несказанных благ, несмотря при том же на множество сознаваемых за собой пороков, несмотря на то, что имеют пред собою такие примеры и обучены такому любомудрию, когда лишатся малость золота, да и то часто приобретенного хищением, почитают для себя жизнь не в жизнь, хотя не восстает против них жена, не отняты дети, не поносят их друзья, не насмехаются рабы, а напротив, многие утешают, одни словом, другие делом, то каких же достоин венцов Иов, который, видя, как случайно и внезапно похищено было у него собранное праведными трудами имущество, и после принужденный терпеть бесчисленное множество искушений, среди всех напастей остается непоколебимым и за все это приносит Господу подобающее благодарение. И тут, если бы и никто ему ничего не говорил, то и одних слов жены достаточно было бы к тому, чтобы поколебать даже скалу. Посмотри в самом деле на ее злодейство.
Она не упоминает ни об имении, ни о верблюдах, ни о стадах овец и волов, потому что она знала, как любомудрствовал об этом муж ее. Она поминает о том, что было всего тяжелее, о детях. Она говорит о печальной судьбе их с особенную выразительностью, указывая при том и на свое горе. Книга Иова, глава 2, стих 9. Если жены многократно преклоняли ко многому мужей и во время благополучия, когда они никакой не терпели неприятности, то по мысли, как мужественна была душа этого праведника, если она отразила жену, напавшую на нее с такими оружиями, и попрала две сильнейшие страсти — вожделение и жалость. Подлинно, многие победили вожделение, но побеждены были жалостью. Так мужественный Иосиф обуздал сильнейшую похоть и отразил варварскую ту жену, употреблявшую против него многочисленные ухищрения, но не удержался от слез. Напротив, как скоро увидел братьев, причинивших ему обиду, объят был жалостью и, тотчас же оставив притворство, открыл все дело. Но когда приступает жена и обращается с речью, способную возбудить сожаление, причем ей благоприятствуют и время, и раны, и язвы, и бесчисленные несчастья, то не должно ли по справедливости сказать, что душа, которая немало не поколебалась от такой бури, тверже всякого адаманта? Да, позвольте мне смело сказать, что тот блаженный муж, если не более, то, по крайней мере, не менее был самих апостолов. Их утешало то, что они страдали за Христа, и это было для них врачеством, которое могло на всякий день укреплять их вновь. Господь везде прибавлял, говоря «за мя», «мене ради» и «аще меня, господина, дому Вельзевула нарекоша». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 25. Между тем Иов не имел такого утешения. Равно как и утешение, даруемого совершением знамений, или благодатью, потому что он не имел такой силы духа. И что особенно важно, он потерпел все свои страдания, будучи воспитан в великой неге, будучи не рыбарем каким-нибудь, не мытарем, не бедняком, а человеком, пользовавшимся великим почетом. И что казалось для апостолов самым тяжким, то же самое перенес и Иов, будучи ненавидим от друзей, рабов, врагов и облагодетельствованных им. А священного якоря и необуреваемого пристанища, каковым были для апостолов слова «мене ради», он не имел. Удивляюсь я и трем отрокам, что они не устрашились пищи, что воспротивились царю. Но послушай, что они говорят: «Богом твоим не служим, и образу Его же поставил еси, не поклоняемся». Книга пророка Даниила, глава 3, стих 18. Уверенность, что все, что они не переносят, переносят за Бога, была для них величайшим утешением. А Иов не знал, что это было для него и борьба, и подвиг. А если бы знал, то он и не почувствовал бы происходившего с ним. Когда он услышал «Мниши ли мя инако тебе сотворша», «Разве да явишися правдив?» Книга Иова, глава 40, стих 3, то представь, как он тотчас же ободрился от одного слова, как уничижил себя, как не счел даже и страданием того, что он перестрадал, говоря: «По что еще прюся наказуем и обличаем от Господа, слыша таковая ничтоже сый аз?» Книга Иова, глава 39, стих 34. И еще: «Слухом уха слышах тя первее, ныне же око мое видитя, тем же укорих себе сам и истаях, мню же себе землю и пепел». Книга Иова, глава 42, стихи 5 и 6. Поревнуем такому мужеству, такой кротости праведника,
жившего до закона и благодати, и мы, живущие после закона и по благодати, чтобы вместе с Ним сподобиться вечных обителей, которых и досподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.